Меня зовут Бацион Кристина, я педагог-организатор Центра Патриот Спорт. И сегодня у нас с вами второе занятие по стретчингу – силовые упражнения. Начнем с небольшой разминки. Голова вперед-назад и в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. По полукругу. Раз, два, три, четыре. И полный круг. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Плечи наверх, вниз, наверх, вниз. Стараемся соединить сзади лопатки на спине. Раз, два, три, четыре. А теперь через верх по кругу назад. Два, три, четыре. И вперед в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Небольшой наклон в правую сторону. Раз, выросли. Два. Стараемся, чтобы таз оставался на полу. Три. Четыре. И еще. Раз. Два. Три. Четыре. Первое упражнение на развитие мышц брюшного пресса. Лежа на спине, упор в локте, ладошки и руки параллельно корпусу. Спину стараемся не проваливать. Ноги снизу поднимаются под углом в колени 90 градусов. Раз. Это первое положение. Второе положение. Колени вытягиваются. Ноги 45 градусов от пола. Два. Для удобства можно чередовать ноги. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Исходное положение лежа на спине, руки вдоль корпуса, колени как можно ближе к тазу. Вытягиваемся наверх, пол мостика, раз, отрываем от пола правую ножку, два, вытягиваем вперед, три, к себе, четыре, и ставим обратно в исходное положение. Теперь левая нога, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Следующее упражнение – супермен. Ложимся на живот, руки вытягиваем вперед и поднимаем поочередно правую руку, левую ногу и наоборот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И еще раз. Три, четыре, и раз, два, и три. Следующее упражнение – лодочка. Исходное положение – лежа на животе, руки вытянуты вперед, ноги вытянуты сзади. На счет раз поднимаемся корпусом наверх. Раз. И на счет два опускаемся. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два, и раз, два. Следующее упражнение – ножницы и велосипед. Лежа на спине, упор на локте. Поднимаем ноги и делаем велосипед с сокращенной и вытянутой стопой. Раз, два.
два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Затем на следующую восьмерку мы делаем ножницы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Следующее упражнение называется самолетик. Лежа на животе, руки в стороны, поднимается только корпус и руки. Ноги остаются приклеены к полу. Задерживаемся на пару секунд и опускаемся обратно. И еще раз. На этом наше занятие оканчивается. Всем хорошего дня!